Forbes назвал богатейших знаменитостей США. Лидировал в рейтинге создатель «Звездных войн» режиссер Джордж Лукас. Его состояние оценили в 5,4 миллиарда. Американский журнал Forbes назвал самых состоятельных американских знаменитостей. В рейтинге лидировал режиссер Джордж Лукас, создавший «Звездные войны». Он является обладателем состояния в 5,4 миллиарда. Следом за ним располагается режиссер Стивен Спилберг, который имеет 3,7 миллиарда, а замыкает тройку лидеров телеведущий Опра Уинфри, состояние которой оценили в 2,8 миллиарда. На четвертой позиции идет Майкл Джордан, 1,7 миллиарда, а на пятой – младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, 900 миллионов. Далее в топ-10 идут Джей Зи, 900 миллионов, Дэвид Копперфильд, 875 млн, рэпер Диди, 820 млн, гольфист Тайгер Вудс, 800 млн, и писатель Джеймс Паттерсон, 800 млн. Ранее сообщалось, что СМИ назвали самые успешные музыкальные туры года. Лидировал в рейтинге британский певец Эд Ширан, выступавший в поддержку своего последнего альбома Divide. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.